Привет, любители Библии! Случалось ли вам устроить такой беспорядок, что вы даже не представляли, как это убрать? А может, вы делали что-то такое плохое, что думали, вас навсегда лишат прогулок? Или говорили что-то такое гадкое, что думали, вас никогда не простят? Я думаю, со всеми такое иногда случалось. Но... если я скажу вам, что есть тот, кто может убрать любой беспорядок, спасти вас от заслуженного наказания и простить вам все-все-все-все-все проступки. Да, друзья, верно. Бог сделал это и намного больше. Посмотрим на сегодняшний суперстих. Римлянам 5:8 написано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Из этого стиха мы узнаем всю силу Божьей любви к нам. Когда Адам и Ева не послушались Бога в Эдеме, весь мир увяз во грехе и был отделен от Бога. Но Бог решил любить и простить нас, хотя мы этого не заслуживали и устроили беспорядок во всем мире. Бог по своей бесконечной любви послал Иисуса освободить нас от греха. Он умер и воскрес, и теперь мы можем воссоединиться с Богом. Почему Он так поступил? Причина для этого только одна – любовь. Бог очень любит нас и хочет, чтобы мы приблизились к Нему. Любовь Его настолько безгранична, что Он принес в жертву Своего Сына, чтобы мы могли быть с Ним вечно. Чтобы узнать больше о Его жертвенной любви к нам, загрузите бесплатное приложение «Суперкнига». Там есть классные игры и бесплатные серии «Суперкниги». Пока, любители Библии!